Привет всем! Сегодня 20 февраля 2020 года. Мы делаем это видео в спортивном комплексе Чертаново. И все уже здесь готово к началу чемпионата России 2020 года по настольному теннису. Как вы видите, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столы. Во втором зале, который будет составлять одно целое с первым залом, установлены 7, 8, 9, 10, 11 и 12 игровые столы. И за ширмой, вот за зеленой, которую вы сейчас видите, сегодня тренируются саблисты, рэперисты. Ну а с 25 числа уже там будет тренировочный зал. Таким образом, все готово у нас в Чертаново к старту и к приему участников чемпионата России, лично командного чемпионата России по настольному теннису 2020 года. Это трибуны, напротив вдали VIP-трибуна, а это трибуны во втором зале, которые также будут доступны. Мы вас всех ждем, конечно же, все дни будут наши онлайн-трансляции, и до встречи!